прочь уходит в ночь. Отдельный десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. В преддверии Дня Победы слова этих знаменитых военных песен отзываются особенно в сердцах белорусов. Все потому, что каждая из них написана людьми, пережившими страшные события войны, знавшими цену каждому мирному мгновению. Небольшой по семейному уютной обстановке прошел творческий вечер в рамках проекта «Цветы Великой Победы». Проект в себя включает очень много различных мероприятий. Это творческие встречи, выступления, посещения ветеранов, это открытые диалоги, то есть разговоры на тему войны. В числе первых акция прошла на базе 38-й бригады. И это не случайно. Современные военнослужащие являются правопреемниками ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня они в ответе за мир и покой в нашей стране. Всех война коснулась. Кто-то у кого-то воевал, работал в тылу, вел партизанскую деятельность. Это тоже немаловажно. Без этих жерновов, которые тогда перемалывали немецкую машину, не было бы победы. Но мы чтим, приумножаем их традиции. Проект «Цветы Великой Победы» будет активно реализовываться и дальше. Планируется, что молодые люди примут участие в большом количестве разноплановых мероприятий, в открытых диалогах, во встречах с ветеранами, выставках, творческих вечерах.